Кунгуряк Владимир Малых после выхода на пенсию всерьез увлекся легкой атлетикой. Неожиданно для себя стал спортсменом-марафонцем. Он уже выиграл несколько всероссийских чемпионатов, завоевывая строго первые места. В прошлом году Владимир Ильич побывал на соревнованиях в Испании, а недавно вернулся с чемпионата мира из Австрии. Каждый день у кунгуряка Владимира Малых начинается с пробежки. Чаще бегает по дороге или по лесной тропинке, реже по дорожкам легкоатлетического манежа. В день наматывает от 3 до 40 километров. До выхода на заслуженный отдых Владимир Ильич работал учителем физкультуры, но никогда даже предположить не мог, что на пенсии вдруг станет спортсменом-марафонцем. Марафонский бег, он наиболее распространенный у нас в России. Скорость небольшая, то он доступен людям пожилого возраста и, в принципе, преклонного возраста. За полтора года марафонской карьеры Владимир Малых завоевал в своей возрастной группе 60 лет и старше все первые места на всероссийских соревнованиях. Теперь покоряет зарубежье. В прошлом году на марафоне в Испании кунгуряк пришел к финишу 5-м. В марте этого года на чемпионате мира в Австрии стал 3-м, заметно улучшив результат. Владимира Ильича совсем ненамного обошли спортсмены из Ирландии и Великобритании. Вот второму товарищу из Великобритании я проиграл 0,07 секунды. А четвертый участник, который за мной был, он проиграл мне 0,19 секунды. Вот настолько такая вот упорная борьба шла между нами. Владимир Малых – патриот родины и города. Только ни родина, ни город марафонца не спонсирует, а он и не обижается. Владимир Ильич вырастил своих спонсоров. Мне посчастливилось, что у нас в семье четверо мальчиков закончили высшее учебное заведение – работают, зарабатывают. Ну, естественно, батьку не оставляют в накладе, помогают ему. Кунгурский марафонец раскрыл секрет, что же заставляет его приходить к финишу первым. Стимул спортсмена – его внуки. Именно они с нетерпением ждут дедушку Володю домой с наградами. Когда я возвращаюсь, они меня спрашивают, интересуются: дедушка, какое ты место занял? И когда ты живешь вот этими мотивами, то, конечно, какая-то непонятная сила двигает тобой, и ты как на крыльях бежишь, стараешься и смотришь, вроде бы не зря. Я считаю про дедушку, что он молодец, спортом занимается, хорош. Дальше вот написано в журналах некоторые, что спорт дает долгую как бы жизнь. Сейчас Владимир Малых готовится к летнему всероссийскому марафону, чтобы получить новые эмоции и, как всегда, вернуться домой с победой ради таких замечательных внуков.